Сейчас, Аня, подожди. Так, настройка системы. Я хочу просто с джойстиком поиграть. А, ты сейчас С будешь клавиатуры хаковать играешь, да? по-дурацкому, да? Сейчас опять буду я тебя постоянно спасать. А, думаешь, не по... Ну, я так тут джойстиком привычен. Да все Выбираем нормально. уровень сложности ветеран. Я не Ну ладно, помню. боец. Боец, Я не средний. помню, на чем мы играли. Что-то говорю, вот я там нормально уже самочувствие, вроде Нормально, бодренький по нормально, да. голосу. Нормально, нормально. Так, атаки в тебя уж не буду, ладно. Реакция на атаку. Все, я готов. Ну давай. Ты там это? Можешь подключаться уже, Снаряжение. Да, я в снаряжении. Фига себе денег. Напомню, у нас с тобой общие деньги или нет? да? Они делятся пополам, он, когда мы их подбираем. Вау. Хорошо, у меня показано 15 тысяч, значит, это мои, да? Да, у меня больше, у меня за 20-ку было. О, это я тебе бронежилет куплю. Да, у меня Хотя, двадцать наверное... тысяч 200 монет. Класс. Я вот не знаю, надо мне бронежилет, не надо. О, сенсорные мины продают сразу. Да, я знаю. А, нет. Короче, то, что мы Патроны жалко не орудие, будет. короче, оружие, которое мы с тобой нашли в период главы, оно потом появляется в магазине после этой главы. А, Я понятно. вот не знаю, ну, сенсорный. Нет, не надо мне. Спрей кошку купить пригодится. Не. Так у нас с тобой три их. Куда нам с ними? Все, я готов. Ой, Ну подожди, хорошо. нет. Снаряжение. Да, все, у нас тут нечего продавать Я уже. тоже готов. Все, погнали. Написано, партнер еще не готов. Все, теперь готов. Партнер. Ты успеваешь все что-то летать? Я нет. Ну да. Голос не лагает? Нормально ты меня слышишь? Ну, бывает немного фризит. А-а-а. Ну ничего, нормально, я Че, понимаю. пропускай? Да, да, конечно. Хорошо. Все. Ну или давай я буду справа, ты слева берись. Давай попробуем. Если что, будем помогать друг другу. Но. Пулеметом. Я забыл, что есть кнопку надо нажимать. Блин, блин, все равно жизни уходят. Тогда. Даже если жмешь. Слушай, вот жалко, но водилу нельзя развернуть пулемет, как его уже. Бить бы его, ну. Ага. А, кстати, прикинь, я сейчас пулеметом топор Чего? вот это отклонил. А, выстрелил в топор, да? Да, Отбил. да, Да? да. Да. Окей, будем знать. О, фига ты. Рэмбо, да, короче? Ну. Первая кровь. Жалко, нельзя на 360 поворачиваться. Сейчас Такой. опять жизни потеряем. А, ты еще из Yes. ПКМа стреляешь, у меня хоть миниган, блин. У тебя короче, да? Справа, Саня, бери. Возьму, возьму. Прикинь, мне еще до конца не поворачивается пулемет, я не могу убрать тех по машине. О, реально, я топоры отбиваю, какие? Я горю. Так я тоже. Жизни много, что-то у меня вообще не густо. Так и у нас одна и та же жизнь. Вот. Водитель криво руки, блин. Он даже никак не пытается маневрировать, он просто прет. Блин. О! Ну хоть сейчас же. А-а-а! То есть он Мы бывает. там несинхронно нажимали, наверное. Наверное. Так, я беру грузовик справа. Давай, а я слева. Ну, мне его справа и не видно. Все видно. Ну ладно, значит, все не так плохо. Это мы готовили его руки. Да-да-да. Давай-давай-давай-давай-давай. У меня перегрелся.
Сейчас попробую прикрыть тебя. У меня сейчас тоже перегреется, кстати. Ох, ты молотого разорвал. Вот. У тебя все нормально, вернулся, да, он? Контрольная точка. Это было... Что еще? О, по бочкам, Саня! А чё, блин, сколько... У меня перегрев. Мы умерли или? Нет. Нет, мы живы. Ну чё, мы не доживем? Не знаю. 5 жизнек вообще нету. Да. О, не... А, ой, не понял. А чё мы не сделали? Я не знаю. У меня ничего не было. А... Я что-то ничего не понял. О, у нас один жизнь побольше, да. Чем мы не так сделали? Я тоже не знаю. Ой. Должно быть так по сюжетам? Ой, вот кто нас убил, наверное. Мы что, прошляпили их? Нет, так нет, я их видел, но что-то как-то я... Не ожидал, да? Да, что они прям нас так столкнут. Блин, у меня их каких? Мотоциклистов этих фризить, я когда по ним стрелять начинаю, они в другое место перемещаются. Так, мы живы? О, мы да. Живы. Ура! Сейчас будет битва с боссом. С каким? Сейчас увидишь. Летучий урод какой-нибудь? Да. Может нажимать на что-то будет? Ага, на ровном месте без трамплина просто взял, подпрыгнул, да? По идее же машина должна вниз сразу попасть. Mm-hmm. Вот так, как мотоциклист. Не по закону физики, да? Но... Сейчас будет весело. Даже не знаю, что нас ждет. Сейчас увидишь. А мы на машине будем? Или нет? Да. Блин. Их база? Что это такое? Наверное. Вот отстой. Да, мышки-то эти. Блин, мы без машины будем. Не-не, с машиной, с машиной. Он жив? Что, словно потом? Саня, без машины? И без водилы. О, я знаю такого. Такой был в предыдущей части. Тролль. Мины пригодятся, наверное. Справимся? По-моему, я с пулемета его там валил. Блин. Но, я ж помню. Кто-то будет вести? Наверное. Нет. Нет. Оба будем стрелять. Так, и? Надо, короче, вот в эти шрамы стрелять, я так понимаю. И в бочки. А, все понятно. Саня, стреляешь? Угу. Появляется.
Мы с тобой умерли? А, нет. Эй, что делать? А. Блин, что-то не умирает эта личинка, а вот. Где его? Четко, да? Да. Сейчас бы ракетница-то не мешала бы. Если бы не увернулись, да? У меня перегрев. У меня нет пока. Оу. А теперь Саня остановился? О! Мы с тобой опять не успели. Не. Будь на чеку. Он, по идее, мог бы нашу машину уже уничтожить давно. Но. О, мы... смотри. О, опять. Опять, Саня. А, нет. Повезло. Не успел. Давай. Успели. А что одни и те же клавиши? Ну. Блин, какой же он долгий. Да вообще. Тут пулеметы есть. Вау. Вот, что-то даже как бы и нет. Не, мы не могли ничего сделать. Он. Умер. А, нет. Давай, Саня! Блин. Это не густо. Готов все уворачиваться, если что. Ой. У меня даже кнопок не было. У меня было. А в морду мы стрелять или по швам, блядь? Да вроде как по швам надо, я не помню. Блин, опять. Давайте справа убираю, я. А я слева, хорошо? Угу. Этих тараканов. Оу. Тут он опасный. Короче, ура, вообще-то тебе надо. Я даже сейчас на кнопке не успел бы нажать. Хорошо, хорошо. Буду стараться. Не хочу его заново мочить, так что надо сейчас его как-то убрать. Эй, где-то он. Ты что, ты куда-то вообще не туда стреляешь? Туда. О, е. Сейчас надо сразу эту тварь валить. То вперед. Раз, два, три. Е-е-е. Да, наконец-то. Взял у него чуваки на поясе. Да, висят. Уже хочется какой-нибудь миссии, где побегать. Еще дальше на тачке. Все умерли. Хотя команда Дельта? Это Дельта, да? Я не знаю, какая. Это ее, наверное, этот наставник. О, ее наставника, наверное, будем искать. Шеба, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. Personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about?
Что, поехали дальше? Да, погнали. Давай. Much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. Дальше, да? No more from here on in. Не будем плакать, рыдать тут на сцене. Так. Так. Я не понимаю, почему у меня точность больше, блин, и отметка С. Я не знаю. Ладно, хоть у нас с тобой время зачистки одинаково пишут, то хорошо. Ну да. Ну, значит, просто ты, наверное, входишь в игру, а у кого кто создал, то должно быть больше. Как это еще объяснить? О, пистолет с лазерным прицелом есть. Шокер есть, прикинь. Да ну, где? О! Новый пистолет появился. Блин, это интересно. Шокер-то. Сейчас, погоди, я, наверное, шокер возьму. Да на кое? Чего? Че, в ближнем бою будет драться? А? Я ж дерусь часто. Ну ладно, фиг с ним. Давай, я тоже возьму. Так, шокер. Прикольно попробовать. Так, надо снаряжение только вот достать. Снаряжение. Я вот не знаю, всё. Смысл его с собой брать сейчас нет. Не, я, наверное, не пока знаю. Его не буду с собой брать. Ну хорошо, я протестирую. Капец, у тебя вообще места нету. Так я бронежилет надену, и будет больше места. Ну все, давай, я готов. Давай. Что-то я оружие не улучшаю. Ты тоже вроде не улучшаешь, да? Особо. Нет, пока. Так, что я-то нажимал? Готовы. Ты готов? Ооо. Болото. Блин. Весело. Не люблю болото. Есть водные монстры, как всегда. Мы тут в конце будем биться с этой... С Ирвином. С кем? С Ирвином. А кто такой Ирвин? Доктор? До которого мы догоняли, ты помнишь, там сбежал-то у нас? Да, да. Ну это тварь. Какой-то доктор. Да, он там, не доктор он. Псих. Так, давай полечимся. О, ну, мне нужно полечиться, тебе не нужно? Мне нет. На что смотреть? Что мне хочешь показать? Не знаю. Мне там было написано... Как жилет? Как жилет? Подожди, а как жилет? Подожди, а как жилет применить? Я не могу применить жилет. Нафиг он нужен? Не знаешь? Не знаю, может так надо носить свой. Так. Отлично. О. Прикольно. Во, автоматные патрончики. Там вот, видишь, типа эти... Алмазики горят. Да, вижу, их можно поговорить. Угу. Да. Надо эти разбивать тогда. Жук. По-моему, тут все. Ну что? Не думаю, что мы сумеем его открыть. Прикольно. Ну, валим отсюда. Так. И... Может, сесть тогда? А, во, все, надо было обоим нажать. О, прикольно. Давай, веди. Ты ведешь, да? Угу. Турбо можешь включить. Человека турбо. Я буду отмахиваться этой электрической штукой. Знаешь, куда идти-то? Ну, примерно представляю. Мы проехали вроде. Сходи, забери. Подожди, я не могу сойти почему-то. Может, как-то неправильно?
Сейчас я припаркуюсь. Выйти есть у тебя? F. Нет, нету. Тоже нет. О. А, понятно, я должен слезать. Короче, на, понятно, на все места вообще посетить, видимо. Бери пистолетные патроны. Взял. Все, поехали. Надо везде, везде все проверить, короче. Подожди, там какой-то медальон внизу, вот, можно выстрелить в жучка. Сейчас, сейчас иду. А. Да, блин. А, можно спуститься. Сейчас я наверх залезу. Вон сокровищница. Хоть никого. Вижу. Чё там? Чаша серебряная. Ага, я видел. Всё, поехали. Погнали. Так, на, подожди, на, посмотреть, куда ехать-то? Как давай. Посмотреть, куда ехать-то? Как карту-то? На М. М. Да всё, я вижу. Там показывает. Воздушная подушка у нас какая-то, да, типа? Аэроподушка. Ну, что, думаю, начнется. Какие тут молотеры, интересно, будут туземцы какие-нибудь? Карта ме... А, карта пластин. О, надо будет пластины собрать. Ага, все, поехали. Поехали. Родилка, короче, у нас. Ну это уже интереснее. Ну да. Какое-то разнообразие, да? Особенно когда я за рулем. Да. Я не против покататься просто. Странно, что никого нет, врагов-то. Ой. Ой. Нормально. Я думал, типа рисунки на карте соответствуют, но вот ничего не соответствует. Ну, ладно. Не странно, что никого нет. Так будет еще. Я не сомневаюсь. Сейчас вот здесь и начнется. А, да? Угу. Нужны патроны. Зажигательная граната, у меня нет места. Я взял. Ты нахрена броник нашел, если его нельзя использовать. Ну может эти типа автоматические эффекты дает. Я не знаю. А, может меньше тратится, имеешь в виду? Здоровье? Ну да. Может, проверим. Пистолетные надо, нет? О, подожди, стреляя в противника, вы параллельно можете прибежать к нему вплотную. Так, не было, а, ну это понятно, это я знаю. С картечью патроны. А. Сейчас где? У меня здесь. Ты в комнате, да? Ну да, а, иду сейчас. Там. А пистолета нужно? Да нет, у меня есть, у меня на автомат есть. Ага. Отлично, сейчас иду, захожу. Бери, сейчас пропадут. Спасибо, они пропадают? Да. Нет места. Давайте мины дам, не хочешь? Ладно. Так у меня как бы теперь тоже нет места. Ну и ладно, погнали. Ладно, потом что-нибудь освободиться, передадим друг другу. А, разберемся. Яйцо. Его можно, короче, совмещать же с этим. Блин. Чего? Иди сюда. Где? Ага. Ай, блин, не влезает. О. Все. О, а, во, все есть. Петух, петух бегает. Спасибо. Патрон, картечь, Саня. Давай я пока буду собираться, а потом из чудок тебе отдам. Хорошо, спасибо. Блин, я помню, ну, что можно опять. Что-то комбинировать. Здесь картечь. С гранатой, яйцо гранатой. А как это? Да я шучу. А с чем яйцо-то можно комбинировать? Я не знаю, с чем-то можно было комбинировать, это четко помню. Ну, посмотрим. И там есть кнопочка комбинации. Ну, у нас, наверное, этого инвентаря. Блин, у меня винтовочные патроны, короче, они никогда не видают, я яйцо съедаю. Давай.
Травой, может, можно было? Нельзя, я пробовал только что. Здесь никого нет. Что, эти тоже надо ломать, да? Понятно. Да, можно ломать головы вот эти. А что здесь нужно найти, правильно? Вот я тебя могу подсадить, вон, наверное, иди сюда. Да-да-да-да-да-да-да. Давай, прыгай. Во! Вторую часть нашли, да? Нормально. Погнали. Во. О, ну вот. Началось. Блин, мне надо было ого снайперскую винтовочку брать, ну ладно. Как я хочу залезть к тебе, что как-то мне сами тут не нравится. А, нет, стой там. Я тебя прикрою. В следующий раз надо вот эти мины пораньше поставить, когда в ту сторону будем идти. Кто бы знал? Теперь-то знаем. Да. О, спасибо, классно, четко. Ничего, такая штука. Да, учитывая, что я всех убил. А. Ну сейчас я его не вижу, блин. Ты меня загораживаешь. Я его забил. Замочил, там точнее. Еще идут. Еще идут со щитами, Саня. Я вижу. Сейчас мину поставлю. Блин, у тебя там мину сорвалась, я. Ого, их там. Так, я пошел обратно. Ой-ой-ой. Что его сейчас раз... Ого. Видал, да? Я ухожу. Саня, помогай. Его разнесло. Да я вижу. Ой. Хорош. Как там обстановка? Там еще идут. Много? А че мы тупим-то? А че ты хочешь? Мы же можем просто убежать. Ой. В смысле нет места? В смысле нет места? А нафиг ты мне их дал? Я специально тебе все отдал. Давай, давай. Мне винтовочные нужны. Все, в тебя больше не влезает. О, спасибо за пистолет. В смысле? У меня больше нет патронов больше. Ну, я имею в виду за патроны. Так легко всех отделали. А, они что, кончились, да? Да. Подожди, у меня винтовка тяжелая. Ой! Тебя курица чуть не отделала. Глаз. Курица злая. Видишь, да, куда ехать? Да, на крестик. Правее, правее, правее. Я тут поп... Ага. Сейчас вот тут налево. Ходи. Не, ты так, можешь выйти. Нет, ты на F должен нажать. Так, что нас здесь ожидает? Веселуха. О нет, вода. Не люблю воду. И у нас что-то будет. Крокодил, надо убегать, я думаю, мы вас бы не завалим. На лодку можно залезть. Это аллигатор. Но... На лодку нельзя залезть. Саня, ты где? Я убежал. Я всегда так делаю. А я где? Ты куда? Ты где вообще? Я внутри. А, все, все понял. О, ёкарный бабай. Что там?
Я тут куповуха. Да блин, откуда они берутся? А, это ты. Это я, да. Поможешь мне? Хорош. Ах ты, зараза. Яйцо. Иди полечимся. Иди полечимся, да. Давай, иду. Ура. Яйцо. Съешь его. Некуда. Тогда я съем. Так. А, ты уже убежал, понятно? А, черт. Сейчас. Я бегу. Сейчас я его грею, не трать патроны. О, с первого раза. Офигеть. О, мощно. Четенько. Варим. Патроны сами, еще винтовка. Это хорошо. Все, можно уходить, похоже. Сори! Я не думал, что с первого раза. Да. Ты что у меня за патроны? Сейчас, погоди, я сброшу. Я сброшу этот свой жилет. Что-то он мне ничего не дает. Точнее, место только мое. Давай, я продаю пока сокровища, а ты? Я уже продал. Нам еще, может, купить можно. Это шокер, хорошая, кстати, штука. Шокер-то? Да. Я не понимаю, зачем столько стволов с собой таскаешь, просто как бы, ну. Так я сейчас хочу. Я хочу убрать, потому что у меня вообще места нет. Ну все, хватит, наверное. Так, что можно купить? Не буду я этот шокер покупать. Ну и ладно. Я побегаю с ним. Угу. Так, шокер есть. А, на, кстати, патроны с картечью. О, давай. Все, я готов. Спасибо. Погнали. Наконец-то у меня будет ружье, а не пистолет. Да, и у тебя все равно один слот только свободный. Подожди, а, все заново. А, подожди, куда? Отмена. А мы эту-то не засчитала же нам эту пластину-то. Нет. Все, не буду попадаться. Просто тупо беги от них. Блин, что-то легко сказать, их не. Этому побежал. Их несколько. Понятно, что их несколько. Ой, шмурашки. Ты тут? Да. А, вон они, я их вижу. У меня патроны кончились. Сейчас я их отделаю. Класс, вообще, шокер это вещь. Че, я тебе картечу еще дам. Давай, пригодится. На. Спасибо. Ты где? Ты травка не нужна? Так подойди сюда. Нужна травка. Сейчас возьму ее и скомбинирую. Давай. Пока делаю других товарищей. На! Автоматные патроны у меня есть. Угу.
А мне, по-моему, нету. А, нет, есть. Иди сюда. Все, не умирай только от аллигатора больше. Я постараюсь. Блин. Ладно. Бляха. А-а-а! Капец, я хотел успеть это схватить. Бриллиант, там бриллиант висел. Вот жадность тебя изгубила. Ну. Ладно, я готов. Погнали. Вот так вот, блин. Я предлагаю, знаешь, я как предлагаю, одному остаться. Один схожу. Да. Удачи тебе. Спасибо. Если бы был со снайперкой, я мог тебя поприкрывать бы. Но... Надо было тебе отдать ее просто. Но у меня на нее, по-моему, патронов нет. Ну ладно, нет. Ладно. А, ну ладно. Я покурю. Вижу, как у тебя патроны тратятся. Ты пока там руби, сейчас я подойду. Жив? Лёха, давай быстрее, не тупи. Садись быстро, быстро садись, Лёха, садись. Погнали. Садись, а что происходит? Поехали. Я все собрал. Ты от них убегал? Да. Я собрал вообще все. Я же даже и рубинчик этот собрал. Ого. Вовремя я подошел. Вообще четко они там уже подбегали. У тебя что, патронов нет? У меня вообще ничего уже нету. Зато есть рубинчик. Не, реально, а куда здесь? А, во! Вот сюда. Вроде патрон дам. Да, сейчас, подожди, надо разобраться мне. Пистолет или от ружья? А, нет, от пистолета мне, у меня ружья-то нету. А, нету. Все, получил? Ладно, если что, у меня есть подхилиться, конечно, чем. Тоже не ищешь легких путей, да? Через окно решил тоже. Барракуда какая-то. О, автоматный, класс. Бляха. Да зашибись. А, кстати, яички лечат. А, тогда. Оу. Есть гранаты-то, нет? Есть же.
Отойди. Беги, Саня! Сейчас рванет. Все? Ну, не считай. Да ладно, и гранаты не взяли. Ты такой живучий, а? Все, пойду электрошоком буду. Лёха, у меня патроны кончились. Беги, а, беги, нет, убегай. Пистолетный. Я сзади. Блин, электрошокер, ты чего? Сейчас я их уделаю, потерпи. А, это ты? Давай, 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 я тут пока всё собираю. Получилось, скотина. Ой, патроны кончились опять. Блин, кулаки их не берут. С хуки им без... это бесполезно раздавать. Блин, из чего? Саня! Чё, ты цел? Я, да. Ну и хорошо. Я тут пока всё, музычка собираю все. Было не слабо. Статуэтка вот эта должна хорошо стоить. Да. Все. Все что-нибудь начнется. По-любому. Все, текаем отсюда. Сейчас перезаряжусь. Все, пора валить. Есть. Там что-то есть, да? Нет, показал. Где? Да я думал, в доме там что-то есть. А, вот патроны еще есть. А, слушай, а там-то мы этих взорвали, гавриков. Там же тоже, наверное, что-то от них лежит. Давай посмотрим. Нет, уже ничего не лежит. А в этом доме мы не были. А, нет, были, все открыли уже. Все, поехали пластину вставлять. Поехали. А, короче, я сейчас сразу выбираю. Заходить мне в круг? Нет, не надо. Не в круг? Зачем? Зачем? За магнумом? Да потом его достанем. Потом на будет купишь себе, ну, этот магнум. Давай, хорошо. Я вот думаю, знаешь, что сделать? Я думаю, что вот здесь надо заложить. Да. Так, где? Я там уже заложил. Вот здесь. Чисто пока мы в круг не зайдем, ничего не начнется, наверное. Да, 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 да. Ну хорошо, будет время пособирать патроны. Опс. А, Саня. Это я загрел тебе. Не туда зашел, да куда-то. Ну я, они у меня уже взрываются во все. Постараюсь тебя прикрыть сверху. Ой, Саня. Мне нужна помощь. Ой-ой-ой, я не то сделал. А ты где? Эти громилы вышли на охоту, слышишь? Да я понял. Эй, ты скинул лестницу, зафига! Случайно я хотел спрыгнуть. Саня! Наверх давай! Наверх! Мне наверху делать нечего. Эти громилы, они почти не умирают. Саня? Да, у меня тут проблемки. В курсе, что громилы не подыхают? Их надо минами убивать. Он не умирает. Я тут. Все, вали, вали его вот так вот. Сзади, сзади, Лёха, беги.
Бегу. Давай, подорвись. Ты все мины использовал? Нет, две осталось. Я вот гранату зажигательную нашел. Ой-ой-ой, я промазал. Мне бы аптечка не помешала. Иди сюда. Подожди, пока не могу. Иди наверх, сюда. Я убежал к лодке. Зачем? От монстра. Он меня отгоняет. Мне не повезло. Походу, ой, Лёха, я случайно полечился. Но у меня еще есть. Я бегу к тебе, у меня жизни вообще нет. Может быть. Да блин, все, у меня уже нечем лечиться. Ты наверху? Где я? Да тут я. У меня патронов нет. А у меня лечиться нечем. Сейчас будем лекарство. Я нашел траву. Это я нашел. Я тут. Да я понял. Аня, я тут. Беги за мной. Чё ты понял-то? За мной, говорю, беги. Я, правда, не помню, куда бежать. Бегу, бегу. Зачем? Она сейчас уничтожит. Ты в курсе? Угу. У меня патронов не густо. О, спасибо большое. Как нам с этими разобраться, с большими? Я думаю, здесь нужен магнум. Вряд ли. Слышишь? Да. Надо его взять. О! О! Ты магнум брал? Нет. Он пропал куда-то. Ты его в прошлый раз взял. Мне его нет. Смотри, какой они умные, а? Они эти мины обходят. Я нашел тебе патроны с картечью. О, спасибо. Сейчас пока разбираюсь. Ой, кто-то взорвался на мои сенсорные мины. Это хорошо. Ты где там заныкался-то? Тут колья есть. Аккуратно, колья. Может, их колья могут проткнуть, вот эти? Иди сюда, подойди ко мне, быстро. Лёха, Лёха, быстрее, 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 быстрее. Где я? Иду, иду, давай. Все, эти патроны, быстрее. Да, беги отсюда. Уходим, уходим! Уходи, Саня, лучше. Не, я патроны собираю. Да блин, как их убить? Может, надо три подойти, что-то сделать? Я думаю, может, голове щиток уничтожать этот? Ты о, убили! Завалил. Сзади! Я вижу. Где твой этот? Пистолеты такие слабые против них. Нету. А, шокер есть. Готов. Это было непросто. Стоит еще патроны, дам еще, на. Спасибо. Кто-то еще идет. Я... Слушай, надо как-то этот мост опускать. Или поднимать, что-то делать. Пошли посмотрим. Может, они бесконечные? Так вот, я тоже в этом уже подумал. Надо выстрелить, нет? Вряд ли. Да, вряд ли. Значит, нам нужно найти механизм. Вот сюда, наверх.
Мне нравится, как они орут. Прицел? Я мост поднимаю. Лёха. А, вижу тебя, молодец. Ну, получается у тебя? Перебегай. Перебегай. Куда? Или я опущу. Мост, по мосту перебегай. Сейчас, бегу. Бегу, бегу. Да ты чё не добежал-то? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Чё затупил-то? Ты в каком плане бежал? На, эти патроны сюда. Спасибо. Очки. Сейчас. Возьму-ка револьвер все же. Все, теперь я готов. Надеюсь, мы сейчас начнем с этой контрольной точки, где я в мосту бегу. Ты готов? Подожди. Все, погнали. Ладно. Ты поднял? Поднимаю. Только не опускай, сразу-то. Можно начинать бежать. Не могу пока. Все, я зашел. Открой мне дверь теперь. Подожди, сейчас. Спасибо. Да, ты что, револьвер все-таки купил? Да. О, о, патроны. Подожди, куда бежать? Винтовка есть. Лекарство. Патроны от винтовки возьму. Тут документ какой-то есть. Древенского юноши. Не буду читать слишком много букв. Чё тут вообще много? Так, нам явно сюда. Опять пещеры. Не хочу. Если что, ты с фонариком. А, ну ладно. А, не, вон тут что-то, сундук какой-то. Сможешь открыть? Да, уже взял что-то. Какое-то сокровище. Мы там внизу все собрали, нет? Да, думаю, да. Что, поехали? Поехали. Да. Прикинь, в эту гадюку вообще... в пятую 80 патронов лисает. Офигеть. Мощно. Ну что, ты готов? О, винтовочный. Опа. Так. Сколько чудовище будет. О! Аллигатор. О, прикинь, у них веселуха, да? Они радуются. Ага. Ну, впечатления какие-то. С винтовочки не хочешь их убрать? Да, я это и хочу сейчас сделать. Не хочешь с ним. Не хочешь с ними поближе знакомиться как-то. Да, они, блин, не загрелись уже, все. Разозлились, ребята. Идут уже. Ой, Саня, летучие какашки.
Я на перезарядке. Оу, блин, кто же все стреляет-то? Да все, я убрал его. Спасибочки. Блин. Я эту летающую с двух выстрелов убил. Они там оттуда идут. О. И идут, ты посмотри. Это как-то это логово? Не знаю. Забрал их. Так, ладно, все, я бегу. Давай. Ты там все собрал по пути? Старался. Ой, это что? Так. А, понятно. Двери закрыли. Далеко не уходи. Далеко не уходи. Ты говоришь, все собрал и ничего не собрал. Вообще там жив? Меня еще ни разу не потрогал никто. Ах ты сволочь! Офигеть! Так, а чё тут, куда бежать-то, я понять не могу. Я сейчас тебе общу, сейчас я доберусь. А, стараюсь, ну, по крайней мере. Давай, давай, давай. Ну, так чего? Он не хочет хвататься за рычаг, почему? Ты где? Привет, ты пришел сюда же. Заперта с другой стороны дверь. Ну, мне, хочешь, мне написали, спуститься? Я дождусь Криса, чтобы... Вон там кнопку-то... А, подожди. Я не могу туда попасть, там закрыта дверь. Ну, спустись, мне написала, тебя надо ждать, Дэк. Угу. Я тоже дождусь Шеву, написано. Ну, так и чё? И чё, мы же будем ждать друг друга? Типа кто-то крутит, а кто-то на плоту будет кататься. Ха-ха, сейчас подожди, я заряжусь. Ну, Шева, давай. Трава зеленая. Подбирай. Не могу, нет места. Могу тебе винтовочные патроны дать. Давай, крути. Сейчас. Секундочку. Нашел, да, там? Ну давай, удачи тебе, надеюсь, тебя не съест так, этот... Аллигатор? Ну, я его сам сошел. Угу. Ты слышишь, камочка? Почему бы... Я не был готов. Ладно, давай там, там чекпоинт был, все нормально. Да, погоди. В смысле, чекпоинт. У тебя места не было? А, забито было, вау. Здесь мы... О, ты готов? Да. Удачи тебе. Ну, сейчас-то уже я готов, точно. А что, надо бегать просто? Нет. Бегать ты можешь? А там надо уворачиваться. Ну, я могу так. Ты ходить бегать, ты, да? Можешь? Да. Так вот, надо уходить. В другой угол уходи быстрее. Уходи, сейчас съест. Рано, рано, рано. О, видал, как надо делать? Ага, легко. У меня уже пальцы устали нажимать. Крути, крути.
Правда, тяжело, блин. Да, у меня реакция, да, вообще. Пальчики замлели. Старость не радость. Они же его только что накормили, чё, он все равно голодный, что ли? Держись, держись. А может, он просто ради удовольствия? Саня, еще немного. Да, давай. Ну, под конец он меня сожрет. И все мои жертвы будут зря. О, давай. Давай быстрее. У меня немножко осталось. Я не могу быстрее. Все. Все, отпускаю. Фу, устал. О, мои пальцы. Так, я хлопнул. Все? Вообще. А как ты будешь возвращаться? Ты сейчас назад будешь крутить? Нет. В смысле нет? Я ушел. Куда? Вези меня обратно. Нет, там точно не обратно, нужно тебе через дверь. Да я уж вышел. О, мы далеко уже забрались так-то. Все мы, Миша, или что-то, Миша, да? А? По заданиям, Миша? Да, 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 по главам. Тут змеи кусаются. Я знаю. Слишком много букв. Так. Ну, я обычно читаю в играх все, конечно, но... Что-то не хочется. Че, есть что интересненькое? Понятно. Не, пока ничего. Спрей. Спрей, все берем. Взял. Это ты? Угу. А, ты думал. Там будет много чуваков с бензопилами. Блин. Сейчас. Готов? Ты в кого? Рубин. О, нифига ты. Я готов, пошли. Я-то еще нет. Вообще ни одного патрона не попал. Стой, стой, может ты зря слез? Друг мой. Нормально, нормально. Я вверху, наверху пока еще стою. Окей. Стараюсь убрать этих товарищей на крышах. Траву забирай. А у меня нет места. Все? Просто. О, спасибо. За жизньки. Патроны от автомата у меня есть. Патроны от винтовки. Не надо? Надо. Внизу. Угу. Ой. Так, что делать-то? А, понятно. Бывает на карте много денег? Бывает. Серьезно? Как много? Нормально. 30? Может быть. 20 что
Вот тут же свою, у тебя же есть карта, которая это. Mm-hmm. Так, надо как-то до клапана добраться, до этого. Да хрен его знает. Что тут надо? Это... Сейчас на покрутить эту штучку нам. Так ты ж покрутил ее уже. А там еще есть. А до нее нам не добраться пока. Может подсадить друг друга. Так. Ого. Я думаю, я могу тебя подсадить. Да, пробуй. Нет. Прикинь. Это очень тупо. И я о том же. Это же вообще низко. Да. А может здесь могу? Сейчас смотрю. Да уж. Чё-то не совсем понимаю. Чё-то глюк, что ли? Будто баг какой-то, да? Да, это не баг, но... Я все равно ничего не понимаю. А, во, все, нашел, ёкарный бабай. Чего? Чё ты нашел? А, вон ты. Все ясно. Все, я сейчас поеду. Давай. Там вон две бочки. Прикройте. Вижу. Давай, поехали. Заберешь их, нет? Вон те. Где ты стоишь? Да вон, вон туда, куда я стрелял только что. Там вон мина лежит. У меня нет ничего, я не могу взять. В смысле нет ничего, ты туда на них смотришь? Я туда попасть не смогу. Почему? Да нет прохода. Так вон там, снизу, вон там, Лёха, снизу, вон там. Вот. С самого низу. Тут нет прохода. До самого низа, серьезно? Куда мы спрыгивали. Ага. Нету. Да есть. Окей. У меня все равно винт забито в инвентаре, так что. А в смысле я дверь. А, вот все. Я. Ну что, ты готов? Ого. Ты идешь, нет? О, нет! Я пошел наверх. Ты слышал звук? Он прям передо мной, чувак. Как я думаю, слышал я или нет? Я прикрою, постараюсь. Ага, давай. Саня, замри. Не попадай в него. Маньяк. Фига, он прыгучий. Саня, убегай. Беги. О, молодец, круто ты его. Круто ты его, молодец. О, блин, я на своей же подорвался. Прикроешь меня? Наконец-то. О, это спиралька. Так, что теперь? Да хрен не знаю. Надо опять вентили крутить. Пошли отсюда. Я пошел вентиль покручу, ты меня прикроешь. Давай. А, дверь-то закрыта, да? А, я открыта? Открыл уже. У меня 8 патронов, чтобы тебя прикрыть. Ну, я справлюсь. У тебя есть этот... Шокер.
Да. У тебя тоже не густо с патронами, да? Я не знаю. Теперь надо на другую сторону с тобой перейти. У меня еще 36 на автомат и 27 на винтовку. И 20 на... А, нормально. На! Иди сюда. Давай. Ты где? Давай, тут. Ты где? Пламя еще не погасло. Тут. Спасибо. Отлично. В смысле пламя не погасло? С другой стороны надо еще. Слышишь? А-а-а. А что, тут-то нельзя спрыгнуть? Здесь бензопильщика еще одного не будет? Будет, обязательно. Да? Да. Их, по законам жанра? По-моему, тут три будет. Ты воспользовался той штукой? Ну, этой штукой-то. Какой? Как ее? Ну, которая лететь, тарзанка или как? Ну, тогда. Так я тот вентиль уже накрыл, все, надо вон к тому теперь попасть как-то. А там вон еще одна тарзанка. Все, я понял. Все, чувак, я шарю сейчас сделаю. Давай. Я ж говорил, туда есть проход, а ты говоришь. О, нет. Молодец. Все, отлично. Сейчас я там еще мины подберу, будем также минами фигачить. У меня... Ну ладно, мы справимся. Ух, не люблю бензопильщиков. Бляха. Сзади тебя. Не, он ко мне сейчас не попадет пока. Его не пускай, ладно. А может и попадет. Что? Он пока внизу, я в него стреляю. Ну, короче, тут мина только одна. Он идет к тебе. Нет, он идет ко мне. Не попадет. Ох, ни хрена себе. Ёка. Он запрыгнул? Да, запрыгнул, прикинь. Я вижу. Я к нему. Аня, патронов у меня нет, ничем не могу помочь. Только я буду его электрошокером фигачить тогда. Капец, он взорвался на мине, ему пофигу вообще, понимаешь? Сейчас приведу к тебе. У меня электрошокер есть. Да, это классно. Мне попробовать? Подожди, у меня есть граната. Ему пофиг на электрошок, Саня. Да я знаю. Отходи. Поднимайся, поднимайся выше. Капец, короче, я просрал гранату. Здесь нельзя спрыгнуть. У тебя есть оружие? Да. А где? Ты его видишь? Он застрял где-то? А, вон он идет. Блин, ну когда патронов нет. Давай я буду приманкой тогда. Слышишь? Я его убил, прикинь. Гад. Замочили его. Что теперь? Чё, надо это докрутить тот вентиль-то. Сейчас я съезжу, докручу. Да, было непросто. Только не говори, что еще один появится. По-моему, да. Блин. Суть-то в том, что нам уже нечем. Да. У тебя винтовка есть, а у меня электрошокер. У меня 14 патронов на винтовку-то осталось всего лишь. У меня мачете и электрошокер. А где мачете ты нашел? Так он всегда с собой. А, все, понял. Пробел и... Я понял. Забыл, я да? Я думал, у тебя какое-то специальное там. Нет? Давай, я жду.
Я предлагаю убегать. Чё там? Ой, я убегаю обратно. Динамит-то, мужик. Можешь световочки их поснимать, нет? Я их пока не вижу. Сейчас поднимусь. На позицию наверх поднимись, да? Я тоже здесь. Я буду стараться их скидывать. Головастик! Так это из тех же. Сталин пришел. Сатый. Сзади! Да я понял уже. Мне приятно прилетело. Ты еще бешен. Да? У меня 4 патрона осталось. И вообще ничего нету. У меня вообще пустой инвентарь просто. А сейчас босс как раз, да? Он ведь сейчас будет, да, товарищ? Стрелетных патронов нашел. А... Нет пока. Послушай, а почему там... А, или я болото перепутал, или что, я не понял. Чё мы с Ирвином не бодались? Готов? Поехали. Ой, это наш! На, патроны. Давай, гранаты есть. Патроны от винтовки возьми. Да меня тут мочат, подожди. А ты... Подожди, на. А почему я тебе дать не могу? У меня было пусто. Теперь я могу взять. Спасибо. Мне бы полечиться, на самом-то деле. Сейчас иду. Сейчас. Ты где? Тони, уходи далеко. Иди сюда. Отлично. Винтовочные патроны у меня есть сзади. О, спасибо. Где? Это что сейчас было? Это я. Тебя вот задело? Ну, у меня как бы нормально все. Это я взорвал головастик. Толстый пришел. Все, бежим. Нет, надо спасти его. Не беги пока. Может, мы сможем его спасти, нет, думаешь? Да, Лёха. Мы уже в лифте. Так этого не надо, его же убьют. А, куда он ушел? А, наш друг тут. Все, поехали. Я просто переживал, что он остается. Мне надо спуститься. Можно спуститься. А, нельзя. Понятно. Где? Патроны бери, автоматные. Все. Классно ты его. Это не я. А, это наш друг. Винтовочные. Возьми патроны. Слышишь? Да, я пока занят. У меня винтовочные. Не... Что ты говорил? Какие да патроны? Винтовочные, на эти. Как тебе отдать? У меня, наверное, закон. Нет, места. Места, наверное, нету, да? Нету. Понятно. От автомата патроны у меня. Где?
Тут. Бегу. В углу. Я пока прикрою, давай, бери их. В углу? Я вижу, вижу. Это же подобрать их не успел. Мы сейчас справимся. Ой. Весело. У меня есть мина. Куда мину? Куда мину мне разместить? Вот здесь, вот, вот тут, где я встал. Вот, вот сюда, наверх. Или наверх там, да. Все, надо спускаться. Ой. Саня, мы справимся. Ой. Ты ушел? Ты куда ушел? Так я перезаряжаться. Я хотел винтовку достать, снайперскую. А мне отпилили голову. Грустно? На тебе, выйти. Спасибо, давай. Виктор, шокер против бензопильщика не работает. Продадим змеек. Готов? Подожди. Интересно, что мы начнем с этого момента или надеюсь, не с самого начала. Да, мины нам пригодятся. Я думаю, еще надо купить. Давай. Погнали. Погнали. Откуда мы? А, сверху. Почти. Винтовочные патроны наверху. Ага, тут дробовые. Сейчас возьму. Круто, ты молодец. Сделал все. Что я на них не подрываюсь? Можешь. Сейчас я перезаряжусь. Ты готов? Я да. Нет, пока. Ну теперь уже пофиг. Что, пойдем туда, чтобы их не пускать сюда, да? Ну да. Саня, полезай. Отлично. Вот это было круто. Уходи, уходи, уходи. Да я ухожу, ухожу. Черт. Дверь открыта, уходи. Я постараюсь уйти сейчас с вами.
Уходим, Саня. Спасибо, что прикрыл. Погнали. Блин, я не успел эту мину взять. Хотел с собой забрать. Ай, ну ладно. Иду, иду. Бери. Можно в другую сторону идти. Сейчас я схожу, там может патроны есть. Дверь заперта изнутри. А? Зашибись. Есть от винтовки патроны. Это хорошо. Чувствую, еще что-то будет, какая-то веселуха. Просто так прыгать много придется. Ручная граната, нет места даже у меня для патронов. Я сейчас возьму. Надо бежать к нему, да? Да. Бежим, Саня. Я ее не видел. Бежим. Началось. Я не хочу в них стрелять. Они мне нравятся. Даже никаких пулеметов это. Не дали нам. Да блин, все трясется как пец, даже не прицелится. Нормально. Так что бесполезно стрелять. Капец, я только 3 патрона зря потратил. А вот в бочку можно выстрелить. Да вот ты не мог у того-то берега тормозить. Ты аптечки нет? Нет, а я все, я сгорел. Сейчас, подожди. Спасибо. Ты стрелять-то можешь? Выстрелил у нас, конечно, удачно. О, обратно? Ну да, я вообще не, мне кажется, я не вижу смысла для того, чтобы бегать обоим, надо просто одному открывать, бегать и все. Уходи, уходи, убежим. Чего он едет? Блин, у меня патронов не осталось. Угу. Ты как? Уворачивайся. Пригнуться. Надо было пригнуться, да? Да. Да. Ой. Я зря тебя это реанимировал. Так вот и бывает. Блин, патронов-то нет. А у тебя еще неплохо. О, спасибо. Хоть что-то. Ты готов?
Пригнусь! Не забудь пригнуться! Ты сейчас у нас высадит. На, похилит. Вот отстой. Хил-то нет? Нет, вот, а где эта вот штучка? Ты где? Не уходи далеко. Я собираю все. Патронов не густо. И вообще практически. На, еще дам. Давай. Иди сюда. А чего? Сейчас я бочку взорву, там вроде бочка. Красиво ты его. Вот, винтовка. Патроны на бочке сзади. Это кто? Отлично. О, кто стрелял? Я не знаю. Саня, быстрее, помоги. Я тут, сзади тебя, сзади. Я сзади, эй, ты чего? Стреляет. Так я тут, вот, так мне нужно помочь. Я понял, я не... Это кто-то из пулемета стреляет. Кто-то из пулемета. Ты видишь кого? Я их снял с пулеметом, ну все. Ну все, жопа. Сейчас нас отымеет с тобой. Я убил. Убил пулеметчика? Да, убил, убил. О, все. Жизни вообще нет. У тебя есть? Нету. Но я хилки нашел. Только не бомбил. Я сзади себя. О, помоги, Саня, я сзади, быстрее. Капец. Меня вражеская стрела. Там столько лечилок, блин, было. Я уже думал, сейчас подхилимся с тобой, знаешь. Я там двух чуваков. На, купить лечилки, ты чё мы тупим-то? Ой, да, давай. Хотя бы по одной. Давай. Согласен. Без них никак. Заряди дробовик-то пока в этом. Угу. Там патроны просто перетащи на него. Все, готов. Я надеюсь, справимся. А, опять отсюда? Пригнись, Саня. Я в последний момент просто успел. Пригнись. Ой, травка. Да я только что нас лечил. Я пулеметчиками займусь. Давай. Два патрона только, мне нельзя промазать. Вот, бери. А где они вообще, откуда стоят? Где вышка? Вот оттуда. А, вон доты, я вижу. Я вижу, да. Они уже вышли на позицию. Я вижу.
Я красавчик просто. Все убрал? Да, да, как их, да. Нет, меня не просто, видел. У меня просто было два патрона, я два патрона и все сделал. К сожалению, Саня, не видел. Ладно, я тебе потом на видео покажу. Ой, как плохо-то тут. Ты чё? Чего? А, сейчас ты где? Тебе с другой стороны надо зайти. Блин, иду. Пробеги поверху, вон, поверху, поверху, поверху пробеги. Дай назад, Лёха. Вообще... А, ну можно. Так я перепрыгнул. Ну ладно, ладно. Я думал, тут нельзя перепрыгнуть. Все, я понял о чем ты. Надо только собрать тут все. Сейчас все равно никого пока не будет. Так я собираюсь. Все? Давай. Сейчас наверху еще что-то есть. Так, давай я тоже, наверное, пробегусь. Тогда, раз бегаешь. Я пока наверх залезу. Ну, я тоже. Можно сесть за пулемет. Как тебе такая перспектива? Я бы за ним посидел. И от места вот, ты здесь соберешь. Привет. На, эти отдам. Да, забрал. Иди сюда. Давай. Так, я тебе от автомата дам. Давай. Во, вообще нормально. А что, серьезно, можно взять за... Фердер пердул. Ну, он уже бесполезно. Ну как бесполезно, смотри, как прикольно. Ну, мы могли сразу сюда залезть. Все, давай опускаем. Что, нормально? Давай. Готов? С какой стороны этот товарищ стоит? С моей. Бегу, кто-то бежит, а может товарищи бегут. Вот сейчас можно было залезть и мне пострелять. Что-то как-то легко они валиться стали. Сейчас винтовки тебе дам патроны. Угу. Спасибо. Так, что теперь? Сейчас будет Ирвин. Вот сейчас. Ой, тебе понравилось. Что происходит? Я пропустил все. Сейчас будет монстр? Саня. Да, это Ирвин, вот там слева, видишь? Нет. Вижу. А что с ним стало? Надо было заставку смотреть. Ты сядь за пулемет, вот. Чувак. Я за другой сел. За гранатомет. А. Он таким уродом стал. Так он этот вирус принял. Болтыри ему стрелять. Да-да-да. Гнойные болтыри. Прикольно. Ты видишь его? Да. Я тоже. Теперь нет. Ой. Лёха, бери свою левую сторону, я правую возьму. Я пока с этим гранатометом постреляю. Ага, давай. Мне даже хватит этот гнойный прыщ. Ой, плохо дело. Ой, блин, ФВ, ничего себе.
Блин, с гранатомета сложно попадать в прыщи. Фига он. С другой стороны. Я вижу. Так, опять куда-то уплыл. Видишь его? Пока нет. Фу. Саня, стреляй. Так, ухожу. Увернись, ты вернулся, нормально, да. Все? Бей, не успел. Видишь его? Да, да. А, он тут. Так, надо, наверное, уходить сейчас он. Вот это я его сейчас нашпиговал. Не знаю. Да. Да? По-моему, да. Как легко? Легко. Где сейчас еще будет? Excella. Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? Может быть, нет? Давай пропустим. Давайте на этом сегодня завершим. Доброго.